Вечер 8 февраля 2017 года, метро Славутич, Бажана, масштабное ДТП. Водитель автомобиля Сузуки протаранил Тойоту, затем зацепил Мерседес, который стоит дальше. Вылетел в отбойник и газуя уехал с места аварии. Чудом обошлось без пострадавших. Образовалась огромная пробка практически от Печерска в направлении Бажана. И в вечер 8 февраля 2017 года масштабное ДТП. Водитель автомобиля Suzuki Vitara, двухдверная серебристая, протаранил автомобиль Toyota, Mercedes, врезался в отбойник и скрылся с места ДТП. Если вы видите Suzuki Vitara серебристую с повреждениями передней части, немедленно звоните в 102.